Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы будем делать коктейли с бананами и бананы, мороженое карамель и глясный карамель берсоле и 1,5 стакана молока. Un verre et demi du lait. Порезать. Трое грандь кюир, 3-4 кюир для супа, большой столовой ложки, 3-4 ложки, вот так, мороженое, регляс, карамели. Коктейль и прет. Коктейль готов. Коктейль с карамельным мороженым, с бананом, с молоком готов. Приятного аппетита! Для коктейля avec банан, avec glace карамель и прет. Bon appétit!